настоящий мужчина — это тот, кто может защитить и девушку, и, в принципе, семью, и страну от всего-всего. Вот в моей жизни сейчас такой мужчина — это мой врач, который со мной возится, успокаивает и всегда провожает словами, что все будет хорошо. Настоящий мужчина? Ну, прежде всего, конечно, своего сына, которому 61 год, он уже на пенсии, полковник в отставке, труженик великий, папа у него тоже был полковник. Настоящим мужчиной я бы назвал своего отца, потому что быть мужчиной в наше время, достойным мужчиной, очень тяжело. А мой отец, потому что он мой отец, он пример для меня. Ну, президента, наверное. Ну как, столько делает для страны. Пусть это будет Дмитрий Пучков. Почему? Ну, потому что он разносторонний человек, интересный, говорит по делу. Настоящего, ну, наверное, это идеального мужчина нету на самом деле. Да, так же, как идеальные женщины.